И еще о добрых делах. Молодая гвардия «Единой России» при поддержке администрации города организовала строительство снежных горок для детей. Первая появилась возле здания почты в первом микрорайоне. Хочу попросить всех жителей активно отнестись к этому мероприятию. Это добровольная акция. Нам не хватает мужских сил и лопат, чтобы побыстрее ее построить. Следующую горку в предстоящие выходные будут строить в 14-м микрорайоне. А всего планируют возвести около 10 горок по всему городу. Будет ли выполнена эта задача, зависит от того, сколько людей примут участие в строительстве. В прошлое воскресенье помочь пришло более 20 человек.